В Новотроицке вандалы начали ломать контейнерную площадку на улице Радищева. Лодочку для сбора ТКО зачем-то убрали в сторону. Жители частного сектора по привычке кидают отходы на место, где ранее находился 8-кубовый контейнер. Сейчас это место полностью завалено мусором, и народ начал бросать отходы рядом. Напомним, практически все лето на этом месте была огромная свалка, которую после многочисленных жалоб ответственные лица все же удосужились вывести только осенью. И вот опять. Более того, кто-то начал ломать ограждение площадки. Отметим, что одним из приоритетных направлении программы комплексного развития Новотроицка в 2024 году, принятой за основу на выездном заседании правительства Оренбургской области, которое состоялось в Новотроицке в ноябре, является экология и сбор твердых коммунальных отходов. На эти цели в будущем году планируется потратить 74 миллиона рублей. В частности, будут обустроены все контейнерные площадки для сбора мусора. В прошлые годы, напомним, из 252 были приведены в нормативное состояние только 24.